хочу, мы сегодня много прошли. Смотри, чтобы ты понял для себя. Я в том возрасте и в том положении, когда для меня не существует никакие градации в этой структуре. Понимаешь? Да я давно перешел за это. Давно-давно. Понятно для себя? Понятно, но я хочу, чтобы вы это сказали на камеру. Пожалуйста. Вот ты давай вот скажи свои, что ты хочешь сделать? Сделать правдивый фильм, понимаете? А у нас чтобы... с тобой не правдивый? Нет, фильм, твою у мать, нас получается правдивый. У нас получается правдивый. И благодаря вам, кстати. Да. Вот. Но есть некоторые вещи, которые, смотрите, я хочу как можно меньше. Скорее всего, дикторский все-таки будет, потому что придется объяснять какие-то вещи, да? Да. Ну, я одну минуту. Ты хочешь тебе одну вещь сказать? Я тебе скажу очень вещь, которая для тебя будет возможной аксиомой. А ты скажи, как ты чувствуешь. И не выдумай ничего. Ты скажи, а не надо, Сань, ты скажи, что ты видишь, как ты чувствуешь, как ты себя можешь в этом, вот в этом проекте, как ты видишь. Понимаешь, Саш, тут не надо, я тебе более того скажу, я без камеры вас потом приведу к своей семье специально для того, чтобы вы увидели. Вот это, Саша, ты скажи, ты мало того, что ты режиссер, ты еще и человек, который может занять гражданскую позицию в проекте. Вот это основное. Если у тебя не будет вот этой фишки, не получится. Ты не ищи ничего. Не надо. Ты скажи, как у тебя... Вот ты мне говоришь, вот, воры. А я тебе отвечаю. Это градация, которая мне не интересна. Я давно-давно ушел от этого. Я давно над этим. Как понять над этим? Над этим это делать что-то интересное. Консультировать банки, воспитывать детей, строить дома, заниматься благотворительностью. Вот это над этим. А сейчас копаться в белье, кто такой воры, но это мне никак не интересно. Понимаешь, Саня, я хочу, чтобы ты сам увидел. Я специально тебе возьму, вот тебя, Сашу, и покажу вам, как я живу, свой внутренний мир. Вот это нужно. А если ты его не увидишь, у тебя не получится фильма. Тебе надо увидеть мой внутренний мир. Ты видел, ты же зря не было Сереги и тебя, конечно, на теннисе. Ты понял бы, как я общаюсь с людьми. Ты понял бы, какие у меня отношения, как люди ко мне относятся. И у нас нету никаких градаций, кто вор там, кто не вор, какие воры. Мне интересуют дети мои. Мне интересует, как Лиза закончит у меня университет. Как Матвей, сколько языков он у меня еще выучит? Будет ли он дальше продолжать японский учить, китайский? Вот что мне интересно. Учит? Да, учит. Мне вот он сейчас ожег ручку. Мне интересно, правильно ли ему укол дали. Не тот, который Лизе когда-то. Мы в 10 раз проверяли, смотрели. Кстати, в отношении этого укола, когда доктор, я прислал пистолет в голове, его судили потом. Но по другой уже, по другим ошибкам, которые он делал, он оказался явно выраженный алкоголик. Но тогда он протрезвел очень быстро.